Ну вот смотрите, у меня в ней на пассажирском месте лежит старый аккумулятор 60-й. Вот здесь вот напряжение в сети у меня показывает 11,7. Это старый аккумулятор, которому 5 лет. Пару раз он меня уже подводил. Да короче, что я вам мозги выношу? Вот. Тюменский аккумуляторный завод. Сейчас я сдам два старых аккумулятора. Вон там ценники, видите? 44-й 550 рублей старый аккумулятор стоит, 60-й 700, 75-й 850, 90-й 1050, 132-й 1750 и 190-й 2200. Ну, у меня 60-й аккумулятор и 55-й, по-моему, да? Ну, то есть 1400 рублей у меня будет скидка на новый аккумулятор. Ладно, хорош разговаривать. Пойдем демонтировать из-под капота аккумулятор и будем выбирать себе новый. Ну все, два старых аккумулятора сдали. Это у нас получилось 1400. И в итоге стоимость вот такого аккумулятора 3200 рублей. Прямо с тюменского аккумуляторного завода. 64-й и с максимальным пусковым током 620 ампер. Вот именно такой аккумулятор я и хотел. Дай бог, чтобы он долго служил, и все у нас было нормально. Ну что, сейчас устанавливаем на Ниву. А знаете, какое-то чувство все-таки непонятно. Тот 55-й аккумулятор акумовский, который с завода шел с Нивы, он со мной где только не был, да, и в Крыму, и в Севастополе, и по северам, и по болотам мы с ним лазили. Но пришло время расставаться. 5 лет, я считаю, что это максимальный срок для эксплуатации аккумулятора. Так, надо тут порядочек немножко навести. Смотрите, видите, вода стоит. Вот так вот. Тут, конечно, у меня тут все промазано, залитолено, засолидолено, промаслено. Вот эту воду надо убирать. Все, протерли тут воду тряпочкой. Пускай немного продует и на солнышке постоит. Потом поддон вот этот поставим. Блин, вот все-таки инженеры АвтоВАЗа, ну, я не знаю, ну как так можно, а? Проектировать машину, что под аккумулятором постоянно вода. Блин, я не понимаю вот этого. Просто не понимаю. Вот этот, через этот желобок, вот этот вот, если туда, ну туда не подлезть, мне, короче, вот посуда спускается вода, дождевая обычная. Если вот тут вот он грязь стоит, то вода идет назад, получается, и попадает там, если очень плохо изготовлен кузов, вода попадает в салон. Такое вот здесь вот западлянское место. Ладно, все, сушим. Вообще надо, конечно, литольчиком лучше обрабатывать клеммы, но у меня пока под руками нет. Поэтому вот такой вот многоцелевой смазкой. Так, вот эти вот штуки я никогда не выбрасываю. Вот эти клапана. Вот этот вот пойдет вот сюда обратно, на минусовую клемму. Ну что, историческое событие. Что-то сигналка даже не сбрякала. У нас аккумулятор вообще нужного, требуемого качества или нет. Ну или сигналка у меня так настроена. Все, затягиваем, но, как говорится, без героизма, чтобы не отломить болт на клемме. Здесь тоже сильно затягивать не надо. Продавите крышку аккумулятора, лопнет, будут вам проблемы. Так, все, клапан. Так, этот что, не подходит, что ли? Вот этот вот. Вот этот вот. Все, возвращаем его на место. Так, ну этот клапан пригодится. Положим тоже. Покладем про запас. Так, ну если кто-то не верит, вот чек. Стоимость 3200 рублей. Адрес
Город Тюмень, улица Аккумуляторная, дом 4. Дробь 2, что ли, получается. Вот. Это вот непосредственно магазин Тюменского аккумуляторного завода. То есть без каких-либо посредников. Я поддержал отечественного производителя, так скажем, даже родного производителя, потому что я родился и вырос и проживаю непосредственно в городе Тюмени. И вот этот вот, по-моему, завод, вот этот вот магазин тоже заводу принадлежит. Там просто более такой большой салон, там и клеммы, и провода, и что там только, и запчасти. А здесь вот только аккумуляторы. Ну вот как-то так, все замечательно, все нормально. Ну что, сейчас посмотрим, что у нас показывают приборы с новым аккумулятором. Видите, 12,1, абсолютно новый, да? Старый, даже если ты целый день на нем ездишь, показывает 11,9 максимум. Ну что, первый запуск двигателя. Вот как четенько, вот как четенько. Сразу видно, что новье. Кстати, Ярик, все сделал по твоему совету. Штатное место для аккумулятора на Ниве, конечно, не очень большое. Ну, есть ребята, туда и 70-е аккумуляторы запихивают. Но я взял максимально под штатное место. То есть сила пускового тока 620 ампер. Ладно, поздравьте меня с покупкой. Все хорошо, все замечательно. Я доволен. За 3200 это просто, блин, четкая цена. Всем удачи, всем пока. Мирного неба над головой. И рекомендую Тюменские аккумуляторные заводы. Нет, как, не так сказал. Тюменский аккумуляторный завод. И это не реклама. Все, давайте, пока.